Процягваецца падрыхтоўка да конкурсу «Місіс Гомель 2017. 15 фіналістак прынялі ўдзел у фотасесі для інтэрнэт-галасавання. Цэнтр моды і прыгажосці «Хрустальная німфа» праводзіць гэты маштабны конкурс ўжо ў трэці раз. Арганізатары імкнуцца зрабіць акцэнт не на знешніх дадзеных конкурсантах, а на іх якасцях, харызме і творчым патэнцыяле. Для гэтага на працягу месяца з імі будуць праводзіць заняткі і майстар-класы. Кожны дзень яны будуць сумяшчаць сям'ю і хатнія клопаты з дэфіле і харэаграфіяй. Дзяўчыны працуюць дружным і зладжаным калектывам. Да заняткаў ставяцца сур'ёзна. Аграном, трэнер, педагог, спецыяліст па продажы і супрацоўніца банка – усе спрабуюць сябе ў новай ролі – мадэлі і каралевы прыгажосці. Меня привлекают эти красивые женственные конкурсы. Это здорово. И я уверена, что очень многие девочки, которые сейчас ведут подготовку к торжественному мероприятию, они тоже, может быть, даже и кормящие у кого-то малышу 2 или 3 месяца. Поэтому им огромное спасибо, что набрали смелости, пришли себя попробовать, показать. Возможно, кто-то возьмет пример с них, что вот такие мамы активные. В чем мой плюс? Потому что я мама 3 детей, единственная из всех конкурсантов. Я врач-акушер-гинеколог, работаю в женской консультации. Моя работа мне очень приносит удовольствие большое, потому что связана тоже с семьей. Мы помогаем будущим мамам вынашивать здоровых малышей. Я очень активный человек, мне нравится движение, мне нравится что-то новое, интересное, поэтому с удовольствием помогают близкие, помогает муж, все получится. Інфармацыю аб прызах для пераможцаў і запрошаных на шоу-артыстах арганізатары пакуль трымаюць у сакрэце. Аднак ужо вядома, што фінал пройдзе 15 снежня ў абласным грамадска-культурным цэнтры. Квіткі ўжо можна набыць у касах альбо інтэрнэце.